трогательная атмосфера, небольшое волнение, улыбки родителей. Именно так можно описать церемонию вручения первых паспортов юным химчанам. Главный документ из рук главы города Дмитрия Волошина получили 11 юношей и девушек, для которых с этого момента начинается новый жизненный этап. С паспортом, конечно, вы получаете совершенно другие права, но в том числе и обязанности. И на вас ложится большая ответственность. Теперь вы взрослые, у вас есть паспорт. Для каждого из ребят этот день по-настоящему особенный. Впереди у них новая жизнь, достижение амбициозных целей. И не скрывая эмоций, они все как один сходятся во мнении, что свое будущее хотят строить именно в Химках. Город Химки для меня незаменим. Он останется навсегда в моем сердце. Я хочу остаться здесь, помочь развитию города и развивать город дальше. Очень красивый город. Я часто посещал всякие парки здесь, по типу парк Толстого. Здесь очень красиво. Хотел бы здесь жить. Всего с начала года в Химках паспорта получили из рук главы округа уже десятки юных жителей. И это становится хорошей и доброй традицией. Юлия Самошина, Екатерина Дроздова, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.